В этот раз выбор редакции пал на детский дом села Алия Борзинского района. Так что сотовые телефоны, игрушки, конфеты и множество других подарков везли за 350 километров от забайкальской столицы. Дети встречали гостей хороводом и до последнего момента не верили, что сбудется абсолютно каждое их желание. Щедрые читинцы приносили в редакцию газеты «АИФ» вещи, о которых дети даже и не мечтали. Компьютер, различную оргтехнику. Городские предприниматели помогли также и с канцелярией. Более 100 читинцев приняли участие в акции. Я хочу поблагодарить всех, кто покупал подарки для детей из Алиинского детского дома. От нашей редакции и от ребят огромное всем спасибо. Светлана Лисичникова, Дмитрий Пенигин. Время новостей.